Тобольские школьники за неделю снимут фильм и мультфильм вместе с профессионалами кино. При поддержке благотворительной программы «Формула хороших дел» компании «Сибур» в городе стартует образовательная киносмена «0+». Ребятам предстоит познать тайны кинематографа и воплотить свои идеи в жизнь. Много задумок, но самое вероятное, нам будет, скорее всего, повествовать о любви к нашему городу. Я не буду раскрывать всех карт. Как бы сама концепция будет немного необычной, уже избитой, но мы постараемся сделать ее более оригинальной, если, конечно, мою идею примут. Вот. А вообще, мне кажется, кино в целом должно нести такую положительную мораль. Принять участие в киношколе решили 20 ребят от 8 до 18 лет. Ребята в группах займутся созданием короткометражного фильма, другие раскроют себя в анимационной графике. На моей практике было такое, что ребята, которые проходили вот именно через киносмену 0+, они дальше зажигались и понимали, что конкретно им нужно. То есть кто-то становился актером, кто-то становился вдруг монтажером, кто-то стал заниматься сценариями, потому что они, понимая специфику работы, осознают, что это то, что им нужно. В течение недели в Тобольске будут проходить киноуроки, кинофестиваль и киношкола.